Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами опять ходим на сервер. Это уже какая-то часть, но я еще не считал. Потом посчитаю обязательно после ролика. Погнали! Так, первый у нас сервак. Давайте там 3F. Берем и давайте зайдем на любой сервак. Вот, мы уже заходим и вот тут. Давайте выкинем все гранаты, чтоб нам они не мешали. А, блин, зачем я помыть? Чёрта, не знаю. Шок мусорный. Опа-на. Рэка-чикен. А чё я ему вообще делал? Это бешеный чел, но... Полетели. Анна, что с тобой происходит? Что? Ладно. Ты меня задолбал. Что ему вообще сделал? Закрываем, чтобы никто не зашел сюда. Так, ты не зашел. Ну и лети отсюда. Опять этот качкин. Давай тебя кикнем. Ну и да, конечно. Кто его... Кого он не убивал, того он не будет кикать на корову. Почему я тут куда не отдал? Ах, выхожу, херня какая-то. Пойду на... Ну все, на этот буду. Так. Я кока-ко с кином D19-ков. Ночка беги. Вот это вообще не фиг, да? Это вообще. О, я реально. Это настоящего D19-ка. Можно просто включу, когда я скрин спустил. Блин, Дэн предал. Конечно, на искрин не захотел сделать. Ну и пофиг, меня этого. Я просто шучу. Как вы знаете, пошутить же можно. Что у нас происходит? Что делаешь? Плохое. Скажите мне, пожалуйста, ты что делаешь? Что вы делаете? Куда есть и что? Ну, конечно, когда приготовленный бургер, конечно же, должен жарить, да? Это логично вообще, да? Вот когда его тоже жарят, да? Ну, не на этой вот плите, а не на этой. На сковородке жарю. Ну, вроде бы, ну, на такой. Ну, короче, сейчас. Вот, ну, вот такой надо будет жарить. Ну, жарить на этой. Сейчас он то, что ваш. Что? Он хорошо, что тут есть это херня. Мурка. Плохая мурка.
Ну да, конечно. Конечно. Да. Должно быть мягко. Пойду. Наверное, сейчас хорошо в погоднике. Могу стрелять, кстати. Ну, я же стрелял когда-то в дуэли там. Так, нужно вот так. Да блин. Что это за фигня? Так. Полетел этот сержант. Обоссал. Где? Вот это... Кукареку, офигеть. Офигеть, сержант Кукареку. Такой, офигеть, такой вообще. Пингвин, своего сервиса. Пингвин, пожалуйста. Нашел слегка? Спасибо. Хаки-лаги. Это же это оператор. Ладно. Ладно. Просто оператор с джетпаком. Опа. Так. Поехали. Ну, ай, здорово. Ой, не трогай. Понятно. А что? Тут отсутствует, да? Нет, понятно. Я вот так вот. Так это... А тут две муки, да, у нас какие-то? Ну, еще я его убил. Эй, я подумал, это новый мол. Чего? Так, это вот так надо поставить. Ну и чё ты? Это нечка. Ты меня? Да. Да, забери. Ты кровать. Спи. Перестал ко мне, я шарик тупая. На. Паровозов. Значит, да, продолжаем ходить по серверам, да? Будем тут жить, да? Я бы смертный. Ну, генерал какой-то, что? Самый лучший. Хопа, хопа, оп. Видели, как могу? Видели, видели. Оп. Тут нельзя сесть. Да. Не нужен реклама Яндекса, никогда не скачивайте. Сейчас самое лучшее приложение. Да. Да почему не надо? Это
Спасибо. Еще мой самолет. Мой безумный. Конечно же. Самый лучший. Это опять мой. Где там этот телек, на котором показывают мультики? Помни. Помню, пошла в школу, купила там школу, взяла на пельмени, начался урок, и учитель был строг. Реально. Это пушка богов. Но вот с этой почему с этой лазеркой? Нет, ну базуку. Почему с ней потом бумага? Тут упасть нельзя этой базукой. И что патрон какие-то странные? Что с ним уже происходит? А, мне кажется, как станет тоже как фарм 2. Даже убить. Еще пока не уеду, не убой. Тачка мне пофиг. До свидания. Опа. Опа. Мистер Бейс. Я мистер Бейс. Поставлю этого тачка. Опа, лови. Забирай мне что-то сегодня. Непонятно. Что же такой видос получился. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.